Всем привет! Сегодня я малышам даю последний день антибиотик. Хочу ответить на вопросы там, какие были. Ну, даже не вопрос, это... О, опять на антибиотики! Да, антибиотик. Но он дается в профилактических целях. Вы просто, наверное, не понимаете, зачем это делается. Это делается для того, чтобы малыши просто-напросто не умерли. И это профилактика. Они пропили, больше ни антибиотик не употребляют. И поэтому лучше пропоить сейчас, чем потерять их позже. К тому же, мы не едим цыплят. Мы их не употребляем в пищу. Поэтому никакого вреда от антибиотика быть не может. Потому что к тому времени, когда они вырастут в тушку, которую можно есть, антибиотик уже давно выйдет с организма. Вот сегодня они пропаиваются полностью. И с завтрашнего дня у них уже пойдет пробиотик, чектоник. Ну, там, кто что дает. Я даю чектоник. Потому что у нас он просто есть. Может быть, я не говорил в прошлом видео, это у нас кобы 500-е. У них, конечно, смертность намного выше, чем у росов, но все равно очень хорошие птенцы. Сейчас давайте я вам покажу кое-что. Как они засираются. Так, что там, кто там кого задавил уже. Вот, смотрите, видите? Вот эта вот сеточка, за то, что она мелкая, чтобы им было хорошо ходить, чтобы не было у нас вертолетов. Вон, посмотрите, вдалеке он какой стоит, уже пухленький, уже лапки какие хорошие, серьезненькие. И, в общем, эта сеточка для того, чтобы им хорошо было ходить. Но сам пол сильно засирается. И с этим никак нельзя бороться. Еще немножко времени, и я его просто-напросто уберу. А вот что творится снизу. И это мы сейчас будем убирать. Так что сейчас я займусь уборкой. Будем убирать отсюда эти говняки. Ширина здесь, ну да, должна подойти. Для этого брудера, кстати, вот это 50 штук, это, ну, много, это предел. Долго они там продержаться не смогут. Сегодня я уже снизил до 31 градуса. Ну, уже более быстро буду снижать. Потому что их много, и они скоро, ну, должны будут оттуда уйти. Потому что, ну, друг друга будут давить. Чтобы этого не было, я буду переводить их уже в другую клетку. Она немножечко больше. Хотя вроде бы как размер такой же, но все равно как-то она, мне кажется, побольше будет. А побольше она еще за счет того, что там не будет стоять баночка. Тут будет просто такая вот
Ниппельные поилочки. Сейчас покажу. Для тех, кто не знает, что это такое. Ну, такая штучка здесь. Птичка подходит. Вот так вот, клювом. И оно туда вытечет. А это каплеуловитель. Сюда накапало, они тоже подошли, себе выпили. Тут сейчас уже стоит запах бройлеров. До этого стоял запах такой сырости, какой-то затхлости. Хотя все время проветривалось все. А уже сейчас запах бройлеров. Пошел технический процесс. В общем, как бы я рад, что мы взяли их. Я люблю это дело, я люблю их выращивать. Мне нравится все. Единственное, что вот это не хватает времени, и для меня вот эти 50 штук будет тяжеловато в этот раз держать, потому что, ну, надо прийти, надо убрать, надо потом уже, когда их будем убирать в морозилку, надо это все почистить, ну, самих бройлеров. Как бы для меня будет эта партия сложной. Но отказаться от выращивания я не могу. Ну все, пошел его выбрасывать. А вам всем пока. До новых встреч. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и делитесь с друзьями. Все, всем пока.